Здравствуйте, меня зовут Ирина Барбанель, я детский писатель. Сегодня я вам прочту рассказ Маняши Карамелькиной, который был опубликован в журнале «Вверх тормашками». Обитатели московского метро. Метро гудело, люди суетились, поезда приезжали и уезжали. Только мы стояли на месте, рассматривали небольшой узор на оранжевой колонне. «Аммонит», – важно сказала мама. «Жил 145-200 миллионов лет назад», – добавил папа. Можно сказать, знал динозавров. Всем привет, я Маняша Карамелькина, а это моя большая семья. Два брата, сестренка, мама, папа, кот и я. Сегодня я веду альбом расследований из подземного царства. Помогает мне кот Барсений, самый умный и полосатый кот на свете. Все началось с маминого вопроса. Кто хочет отправиться на поиски друзей динозавров? Спросила она и первая подняла руку. И вот мы спустились в метро. За самую крупную находку мама назначила приз – большую порцию сахарной ваты. Ради такого можно и постараться. Бух, бах, рах! – грохочет под землей. Люди оглядываются, смотрят друг на друга и не понимают, что или кто издает такой звук. Вдруг из тоннеля появляется чешуйчатая голова и открывает зубастую пасть. За ней тянется огромное туловище на четырех лапах и хвост. Длинный хвост! «Станция, речной вокзал!» Голос из подъехавшего поезда отвлек меня. Я перестала рисовать и огляделась. Рядом закрылись двери вагона, поезд тронулся. Поток людей двинулся на выход, огибая нашу компанию. Моя семья по-прежнему осматривала колонну. «Где твои друзья?» – спросила я у Аммонита. Но он не ответил. «Разучился говорить за столько лет», – усмехнулся папа. Мы измерили всех аммонитов на станции. Нашли несколько больших раковин брюхатого моллюска гастроподы и поехали дальше. А Барсений все спал в рюкзачке. В вагоне я дорисовала динозавру друзей. Они сидели на стенах и колоннах станции «Речной вокзал» и махали усиками и щупальцами в окна мелькающих поездов. «Парк Победы!» – объявил голос. Поезд остановился. Мы вышли и осмотрелись. «В итальянском известняке, из которого сделаны стены станции, множество аммонитов», — сказала мама. «Поэтому его называют Аммонитика Росса». Всей гурьбой мы начали изучать стены и колонны. На нас оглядывались люди. Пока я рассматривала через лупу одну сторону рыжей колонны, братья с другой стороны громко известили, что нашли белемнитов. Белые или серые продолговатые фигуры — тоже останки моллюсков Древнего моря. Они были похожи на современных кальмаров. Вскоре к нам стали подходить люди, и вот вместе с нами станцию исследовала уже целая толпа родителей с детьми. Если кто-то кричал «Нашел!», все бросались к нему. Аммониты притягивают людей, оживают и невидимыми щупальцами хватают за руки, подтягивают к себе и моргают черными бусинами. А мы-то думаем, что сами подошли. На других станциях мы нашли кораллы, губок, морских лилий, наутилусов. Все они живут на стенах из красного, желтого, коричневого мрамора. А большая сахарная вата досталась братьям за находку окаменелости длиной 15 сантиметров. «Барсений!» – прошептала я в окно рюкзачка, когда мы возвращались домой. «Поезд метро – это машина времени. Надо только знать, на каких станциях выходить и куда смотреть». Кот не открыл глаза, лишь повел ухом. «Мяу! Куда смотреть? Вот глупышка! В конце станции Парк Победы живет самый большой аммонит. Как можно не заметить такого жирненького обитателя диаметром 60 сантиметров? Представь, сколько это сахарной ваты!»